Осень, сезон яблок. Мы бы, конечно, могли сделать пастилу, составить конкуренцию Белеву и Коломне, но есть же совершенно простой, народный, вкусный рецепт шарлотки. Значит, у меня, как всегда, шарлотка нестандартная, немножко с изюминкой, но я думаю, что вам понравится. Значит, все довольно просто. 20 граммов сахара, 20, значит, обычного, 10 ванильного. У кого есть возможность, значит, добавляем ваниль натуральную или ванильный экстракт. Сюда 2 яйца. Яйца берите покрупнее. Смотрим, чтобы там не было никаких... Нет никаких кусочков скорлупы. Никаких. Теперь дижу ставим в планетарный миксер. Опускаем. У меня планетарный миксер Starwind. Давненько я его не использовал. Ссылки на оборудование внизу в описании. Я вообще, значит, ценю всякие такие вещи. Использую редко. Но нужно для них, если квартирка маловатая, нужно для них отдельный шкафчик иметь. И вам рекомендую, допустим, гаджеты все на кухне не выставляйте. Вот стоят всякие соковыжималки, их приходится протирать всегда. А здесь попользуюсь, раз на антресоль убрал, потом достаю, он у меня новенький, блестящий, красивый. На старт, внимание, поехали! Сначала на невысокой скорости поднимаем, смешиваем и поднимаем сахар. Потом скорость немножко увеличиваем. Нам нужно получить плотную пену. Можно, конечно, делать таким венчиком одинарным, но это будет очень долго. О! Пока у нас яйца взбиваются, в это время яблоки очищаются. Так, пена у нас получилась такая мощная. Густая. 50 граммов муки и 1 чайная ложка разрыхлителя. Значит, мука у нас отправляется сюда. Чайная ложка разрыхлителя сюда. Пока он будет взбивать, я нарезаю небольшим кубиком яблоки, которые тоже у нас будут смешаны с тестом. Пока у нас мука взбивается вместе с яйцами, я нарежу 3 небольших яблока, которые тоже смешаю потом вместе с тестом. Буквально пару минут. Дежу сразу вытаскиваю. Значит, нулевой творог. Нулевой. 0% жирности. Вот, все думал, как же бы это правильно сказать. Добавляю сюда. Пол пачки будет достаточно. Теперь яблоки. Сюда. Лопаткой. Аккуратно все тщательно перемешиваем, чтобы творог распределился. Форма у меня будет такая. Не хочу я застилать. У меня нет съемной формы. Разъемной, вернее, такой, знаете, который разнимается. Но у меня есть вот такие сковородочки без ручек. Я не хочу застилать пергамента, потому что оно все будет кривое. Сделаем по старинке. Кусок сливочного масла. Натираем все стенки и дно. В общем, маслица сюда. Форму насыпаю манки чуть-чуть. Теперь гоняем манку так, чтобы она у нас прилипла к маслу и создала вот такую вот абсорбирующую пленку. Конечно, не факт, что жидкое тесто не прилипнет к сковороде, но знаете, это так. Теперь выгружаем тесто в сковородочку. Все разравниваем. Вот так вот. Во-первых, не толстый слой пропечется хорошо. Значит, во-вторых, довольно быстрый способ. Все, в духовку. 190 градусов, 20 минут. Дальше глядим, пробуем шпилькой. Если прилипает, еще минут 5 допекаем. Так, проверяем. 25 минут прошло. Проверяем. Немножко еще. Вот буквально 5 минут. Итого будет 30.
Ну, я температуру увеличил, потому что моя плита, конечно, косячит. Не то чтобы косячит, а я пёк-пёк, чувствую, что она как бы плохо печет. Увеличил температуру. Слава всем Буддам и Бодхисаттвам, скоро у меня появится новое. Ну, а что ж, пора нам тянуть. Так. Ну, в общем, вот так это выглядит чудо природы. Там что-то яблочки пекутся внутри. В общем, если у вас есть разъемная форма, используйте ее. Видите, к сковородке все-таки умудряется прилипнуть. Опа! Опаньки! Отходим, отходим. Давайте. Во-во-во-во. А так. Вот она. Ну, пару минут дайте остыть, а то это самое даже. Даже он, я смотрю, на горячее. Как резать-то ее? Шикарно. Тесто получилось очень нежное. Сколько вариантов шарлотки знаю, вот это у меня самое любимое. Значит, по желанию, можно добавить творога больше, да, но это превратится все в запеканку, поэтому смотрите, выбирайте. Яблок добавите меньше, будет менее сочное. По вкусу мне нравится полностью. Смотрите, видите, какая пористая она? Она прям дырки, 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 дырки. Ну, яблоки. Сейчас я пришел в магазин, а там пахнет яблоками. Откуда рецепт взялся? Смотрю, какие-то неказистые стоят, нос туда засунул, а они яблоками пахнут. Осень. Яблоки берете поароматнее. Если хотите, чтобы она была потолще, ну, значит, нужно взять поменьше объем, повыше, да? Я... сковородочки. Я люблю такую. Во-первых, она быстро припекается, потому что тут нужно час где-то печь. Температура невысокая, чтобы не горела. Приготовьте. Шарлотка все-таки такая, на скорую руку вещица. Все скидал, все перемешал, закинул. Испеклось. Приятного аппетита, дорогие друзья. Все говорят, ставьте лайки там и так далее. Я говорю, не ставьте лайки, не пишите комментариев, не подписывайтесь. Но, с другой стороны, что я вас учу? Вы сами все знаете. Пока.